Акция на ТНВ «Made in Татарстан» сделана в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. За месяц запустить цех по производству защитных костюмов для медиков – это уже героический труд. Не иначе как подвигом можно назвать и тот факт, что собственный защитный материал для медицинских спецкомбинезонов испытали, внедрили и запустили в производство тоже за месяц, включая разработку конструкции самого комбинезона. Ну, тип 1, как я понимаю, это разработка ваша, ваше полотно, ваш материал, да? Да. А тип 2, он более простой. На данном участке у нас выходит около 500 костюмов в день. Каскимнии входит в корпорацию Росхимзащита в составе госкорпорации Ростех, поэтому все 500 комплектов защитной одежды тут же расходятся по Татарстану и России. Помните нашумевшую историю с медицинским работником, которая пришла к больным в красной зоне в купальнике и в прозрачном костюме медика? Вот мы только предположим, но вероятнее всего она была в костюме производства Каскимнии. Видите, вот здесь тоже рука просвечивает. Тип 1, именно так называется материал своей разработки, имеет жизнь и после коронавируса, причем не только в медицине. Уже есть заказчики на гражданке, а значит, будут новые рынки, и это направление получит свое развитие. Вот что удивительно, в этом производственном цехе можно видеть, как изготавливаются индивидуальные средства защиты для медиков, биологические защиты, и средства для химической защиты для военнослужащих. И вот можно удивиться, как много в этом мире все-таки угроз. От угроз разного рода защищает и этот секретный материал – собственная разработка института. Это наша полностью разработка, то есть это как бы наш запатентованный материал. Масса защитных действий у него, то есть от тех же самых ракетного топлива, допустим, от газов, то есть он как и от бактериологической защиты, то есть токсичные вещества. Цех полностью автоматизирован. Это процесс нанесения полимерной композиции. Если говорить доступно, полотно покрывается специальной защитой, потом проходит обжигание в печи и удивляет нас точно. А почему так вот цвет? Цвет мира? Ну, это как бы задумка такая была своеобразная. Ну, мы же тоже как бы работаем на благо человечества. Не для того, не для войны же. Не для войны, а для безопасности и защиты. Все, что позже будет сшито из этого материала, потом проходит множество испытаний. В институте своя уникальная лабораторная, исследовательская, испытательная и производственная базы. И женщины тут серьезно испытывают мужчин. Позвольте выразиться так. Что за это костюм, пока его можно трогать, пока его не начали еще испытывать? Что это такое? Это костюм «Стерилитис». Этот костюм предназначен для Центра аварийных спасательных работ. Ну что, испытываем? Да. Есть какая-то команда специальная? Подаем, подстали? Да нет. Около 20 минут занимает проверка костюма только на герметичность. И так здесь будет с каждым – витязем или другим защитным одеянием. По специальным биркам внутри одежды можно понять, кто именно проводил испытания. И это огромная ответственность. Мы имеем понимание того, что мы отвечаем за жизнь других людей. Это костюм для росгвардейца. Вес около 4 килограммов. Облачается в него испытатель примерно за 3 минуты. Айрат – испытатель со стажем. Крепкий сельский парень. Очень вынослив. Посетители фитнес-центров, увы, аналогичные испытания не проходят. Бегут от беговой дорожки, а не по ней. Ведь процесс занимает от 5 минут до 4 часов. Пожелаю вам удачи в бою. С чего начинаем? Ну, ГОСТ, вот беговая дорожка, удобство носки, имитация движения. Запускаем? Условия, да, запускаем. Перед испытанием и во время испытаний, и после испытаний обязательно присутствует медработник. Можно считать, что вы теперь на весь день устали? Ну, нет. Испытания прошли все, и человек, и костюм. Впрочем, в этом институте испытывают все и почти в каждом кабинете. Например, даже этот кусочек ткани, его изучают в формате 3D. Мы смотрим структуру ткани, смотрим, какие добавки мы внесли, какие свои новшества сделали. На данном оборудовании мы проверяем водоупорность наших изделий. Вот в данном случае у меня мембранный материал нашего изготовления. Здесь он должен при определенных условиях не пропускать воду.
Основные потребители продукции неизменны годами. Минобороны России, МЧС, Федеральная служба охраны, ФСБ, Росатом, Роскосмос, многие предприятия химической, нефтехимической, машиностроительной отрасли. Если заказчики неизменны, то какие масштабные преображения произошли с продукцией тех же 80-х годов, можно увидеть наглядно. В настоящем времени перед вами костюм солдата будущего. Я правильно понимаю, что это костюм будущего? Уже будущего? Сейчас уже поставили на снабжение вооружения и уже есть госконтракты на выполнение. Сейчас вот солдат будущего уже комплектует данными изделиями. Солдат будущего защищен от действия хлора на 30 минут. В этом году планируется уже второй госконтракт на эти изделия. Мы являемся и являлись все время это головным предприятием по разработкам средств индивидуальной защиты кожи. Предприятие имеет очень большой опыт в разработках не только самих изделий, но и самих материалов защитных. Потому что с каждым разом все требования к материалам ужесточаются и переходят на новый уровень. Это шестой класс защиты материала. Но у нас уже есть заделы на седьмой класс защиты, еще выше. Есть производитель на российском рынке, который обеспечивает защиту всего максимально, это четвертый класс защиты. Над разработкой секретных материалов трудится 30 научных сотрудников, некоторые со дня основания 60-х годов. 10 человек – кандидаты химических наук, 12 молодых перспективных сотрудников пришли из КХТИ. Кадровая политика здесь – направление одно из самых главных. Специалисты действительно на вес золота, и с ними начинают работать уже с первого курса. Мы произвели закупку нового, единственного в России, такими характеристиками оборудования, колондровое оборудование. И планируем буквально в ближайший месяц произвести уже открытие и начать выпуск новых защитных материалов облегченного типа. Ну, тем самым создать, опять же, конкуренцию импортным материалам, потому что в России еще потенциал есть. Знак предприятия КАЗ-Химнии тоже небесного цвета. В этом здесь видят особую философию – знак бесконечности. Создавать и бесконечно совершенствовать уникальную защиту для тех, кто защищает страну. Светлана Спирина, Андрей Ключников. «Семь дней». Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.